Добрый день, уважаемые любители пляжного футбола. Пари Кубок России по пляжному футболу вас приветствует. Центр пляжных видов спорта «Динамо». Ну и у нас заключительный матч второго игрового дня из Тюмени. Матч, как я уже сказал, закрывает программу второго игрового дня. Ну и мы видим уже первый забитый, номер четвертый. Никита Бастрон, номер 10. Виталий Шашков, капитан команды, он же главный тренер. И Дмитрий Фролов, номер 9. Сергей Рябинин, как я уже сказал, номер 8. Роман Гурджиян, номер 7. Гавриил Гаврилов, номер 4. Руслан Кровалиев, номер 17. Михаил Самусевич, номер 20. Ярослав Прудников каждую атаку пытается завершить ударом по воротам. Вот сейчас опасный момент. Удар, гол. 4-0. Седьмой номер, Роман Гурджиян, забивает. 4 мяча за 4:15 до окончания команды сборной Санкт-Петербурга. Вратарь на своей половине, ну а все остальные на половине поля соперника. И это пятый забитый мяч в исполнении Гаврила Гаврилова. Удар по воротам, и счет становится 6-0. Да, похоже, 13 мячей — то достижение, которое вчера самой результативной командой стала команда «Звезда», которая 13-2 обыграла команду КСТ. Все, в принципе, вполне логично. Все так было, как... Вот смотрите, второй период начинается у нас с ошибки. Решил выйти далеко из ворот Артем Печников. И 10-й номер, Никита Бастрон. Ну, сейчас удар, еще добивание, здесь без вариантов. Без вариантов, 20-й номер команды Михаил Самусевич делает счет 7-1. Давайте еще раз посмотрим, это такая многоходовая комбинация была. Команда Санкт-Петербурга владеет мячом, и мы видим, что еще один мяч оформляет Печников. Номер, я думаю, что мог бы он, наверное, забить. Но сейчас еще одна атака и еще один забитый мяч от Романа Гурджияна. 9-1 счет становится. Ну что, ну теперь у меня вообще нет никаких... Пробил точно в угол, и 10-1 счет у нас становится. Ну, пора уже действительно задуматься о рекорде. Интересно вообще посмотреть статистику. Давайте посмотрим. 22-й номер наносил бросок — Дмитрий Самохвалов. А сейчас еще одна атака и еще один забитый мяч. 9-й номер. Дмитрий Фролов забивает 11-й гол своей команды в этом поединке. Ну, к цифре 13, я думаю, что сборная Санкт-Петербурга доберется уже в этом втором периоде. Удар через себя в девятку. Красота. 12-1. Фантастический гол. 4-й номер команды — Гавриил Гаврилов. Доволен самим собой. Давайте еще раз посмотрим на эту красоту в исполнении этого молодого игрока команды Санкт-Петербурга. Точно в девятку. Еще один удар. Под перекладину мяч летел. Здесь штанга. Ну, а здесь гол. 13-1, седьмой номер. Роман Гурджиян. 13-1. Сборная Санкт-Петербурга.
не оставляет никаких шансов своему сопернику. Атака продолжается, и 14-1 за 11 секунд до окончания второй части поединка. 14-1. Посмотрим. А видите, как дальний удар в исполнении вратаря. И еще один мяч дублем отмечается удар по воротам, и 16-1. Продолжаем дальше. 8:45 есть у команды сборной Санкт-Петербурга, чтобы добраться до отметки в 20 забитых мячей. Постарается добраться до хет-трика вратарь. Так часто это бывает, но здесь пропускают, ничего. Пятый номер команды КСТ-72 забивает, это Александр Анисимов. Остается у команды КСТ-72 удар по воротам, и 16-3 счет становится. Десятый номер команды. Удар по воротам, и это 17-3. 17-3. Фролов. Хорошая, быстрая комбинация. Бегунов. 51-26. И это не счет. Это счет по ударам. Ну, а это забитый мяч. 17-4 счет становится. Вновь Никита Бастрон. Ну ничего. Сегодня еще можно. А в дальнейшем будет нельзя уже, потому что там уж более такие серьезные соперники будут. 18-4 счет становится. 18-4. 22 мяча. Торопится. Ну, сами понимаете почему. Потому что меньше 3 минут до окончания матча. 18 мячей забитых, а сейчас счет становится 18-5. И это вновь Никита Бастрон. Клубами, элитными клубами пляжного футбола российского. Еще одна атака, и забитый мяч, 19-й. По счету 19-5 становится счет, и это забил Ярослав Прудников. Ну и плей-офф. Еще один момент, и гол. 25 счет становится. Все-таки до отметки 20 команда Санкт-Петербурга добирается. Ну что ж, на этом 12 секунд всего остается сыграть. Увидели, сборная Санкт-Петербурга разгромила со счетом 25 команду КСТ-72 из Тюмени. Команда из Санкт-Петербурга такую уверенную победу одержала.